Вы посмотрите, вот она уже пыхтит, готовит для вас. Заходите в гости, попробуйте. Обратите внимание, что здесь. Здесь, дорогие друзья, мясо. Мясо, приготовленное с томатами. Я боюсь, я не смогу его достать. Да, действительно, мне понадобится дополнительная помощь. Подожди, что это за мясо такое, которое просто даже не, ну, оно разваливается. Это говядина, даже... ты не поверишь, это говядина, приготовленная за, внимание, 50 минут. За 50 минут говядина? За 50 говядина? Минут. Это и невозможно. Смотри, до какого состояния она приготовилась. Ну-ка, смотри, она делится на волокна, она просто великолепна. Хочешь попробовать, конечно же? Да, слушай, я бегу за тарелкой, потому что я должна это попробовать. Говядина за 50 минут, это фантастика, дорогие мои. Лично я как готовлю говядину, запекаю ее в духовке, но почему такая сухая получается? Это, дорогие телезрители, просто невозможно. Она сухой никогда не получится благодаря нашей мультиварке Велберг, дорогие друзья. Дело в том, что она сохраняет. Она сохраняет все витамины. Как тебе вкус? Потрясающе. Во-первых, мясо мягкое. Обратите внимание, на каждое волокно разваливается, просто тает на нашей тарелке. Это говядина. Во-вторых, посмотрите, она запекалась вместе с помидорчиком. Причем вкус помидора я ощущаю. Но помидор-то не превратился в соус. Почему? Почему вот. Он вот в таком состоянии? В этом и весь секрет. Дело в том, что мультиварка Велберг позволяет готовить все продукты одновременно и готовит их до нужного состояния, дорогие друзья. Не переваривает. Ничего лишнего с ними не делает. Все витамины сохраняет. 39 программ. Фирма Велберг. Познакомь меня, кстати, с 39 программами. Давай, конечно же, я познакомлю. Итак, смотри. В комплекте у нас 5-литровая чаша. Слушай, это отличный вот. Это огромнейший объем. Антипригарное покрытие. Обратите внимание, внутри у нас есть кнопка, так сказать, безопасности. Это кнопка, нажимая которую, мы говорим мультиварке, что можно готовить. Если кнопка не нажата, если чаша пустая, то мультиварка не включится и не будет расходовать электроэнергию. Под тяжестью она умная, она понимает, что все, нужно приступать к процессу, дорогие мои. Есть емкость для приготовления на пару, так сказать, второй этаж. Так, стоп, это мультиварка, это еще и пароварка. Это еще и пароварка, это еще и хлебопечка, это еще, фактически, это еще и духовой шкаф. Она заменит практически любую посуду на вашей кухне. Дальше, мерный стаканчик. Ну, разумеется, мерный стаканчик нам нужен для того, чтобы по рецепту отмерять нужное количество тех или иных ингредиентов. Половник, дорогие друзья, маленький половничек и лопатка для того, чтобы вынимать готовые продукты удобно. Она с нее не соскальзывает. Обрати внимание, у нее рифленая поверхность. То есть полный комплект, дорогие мои, никаких половников дополнительно покупать не надо. Ни ложек, ни мерных стаканчиков. Дорогие, все идет в комплекте. И давай уже приступим к действию и рассмотрим все 39 программ. Покажи, пожалуйста, как вот, ими пользоваться. Понимаешь, дело в том, что все 39 нам не понадобятся. Нам понадобится всего одна, но мы приготовим рыбу на пару. С картошечкой. Отлично. Обрати внимание, меню на русском языке. Не надо ничего переводить, все интуитивно понятно. Как в лучших домах Лондона и Парижа. Все понятно, только на русском. Я знаю, что ты пока давай что-нибудь приготовь нам. Ты сказал рыбу на пару. А я, знаешь, что представила? Часто вот просыпаюсь с утра, думаю, чем я буду кормить свою семью. И вот фантазия уже не действует. А тут, вы представляете, подходим к мультиварке, читаем надписи и думаем, так, что я сегодня приготовлю? Обрати внимание, пожарю. Здесь есть меню в комплекте. И пока ты продемонстрируй, я буду закладывать рыбу на пару. Я залил воду. Дальше я выкладываю сюда рыбку. Помните, что это не просто удивительная мультиварка, в которой просто все варится гораздо быстрее. Ну и, конечно, это еще и пароварка. Рыба и картошка. Смотри, сейчас я на ваших глазах перейдут. Одновременно посыпаю сверху. Слушай, вот это, кстати, опасно, хочу тебе сказать. Рыба готовится гораздо быстрее, чем картофель. Так. Но и морковь тоже. Как ты вообще все это вместе решил приготовить? Вот дело в том, что у нашей мультиварки есть функция приготовления на пару. И это позволяет нам нажатием одной кнопки заставить все продукты приготовиться одновременно, представляешь? Итак. То есть ничего не переварится, все будет идеальной консистенции? Ты мне обещаешь? Конечно, обещаю. А теперь смотри внимательно.
Сейчас я найду нужную программу. Вот она. Вот, еще раз давай покажем нашим телезрителям. Вы представляете, 39 программ. Посмотрите, с легкостью загорается лампочка над той программой, которую вам нужно выбрать. Это уникальное предложение, дорогие друзья. А сегодня я подобрал для вас лучшие товары от фирмы Велберг. Дорогие друзья, это лучшая фирма на российском рынке. Лучшая фирма, я думаю, на любом рынке. Ну а теперь скажи, как тебе супчик из нашей мультиварки? Слушай, ну я знаю, что в мультиварках особый суп получается. Он такой наваристый, насыщенный. Я прям чувствую курицу. Вы знаете, вот часто готовишь на плите, непонятно, что там за бульон, может, овощной, курица даже не ощущается. А вот в мультиварке, дорогие мои, насыщенный бульон. Я очень советую. Самые вкусные супы будут получаться у вас только в мультиварке. Скажи, пожалуйста, кстати, а вот почему так действительно? Я объясню. Дело в том, что да, это не скороварка. Но внутри образуется давление, необходимое для того, чтобы суп у нас не просто готовился, но томился, дорогие друзья. Он не просто варится, а одновременно и настаивается. Как в русской печи, точно. Как в русской печи. Я, знаете, сейчас вспомнила, когда я у бабушки отдыхала, у нее вот есть вот эта вот русская печь, и она нас частенько баловала щами из русской печи. Так вот здесь именно такой же результат. Вы хотите такого результата? Тогда звоните нам прямо сейчас. Звоните, заказывайте. Ну а теперь давай я открою тебе, наконец-то, последнюю мультиварку. И, внимание, гречка. Смотри, гречка. Это не просто гречка. Она, обрати внимание, рассыпчатая. Это гречка с грибами. Это гречка по-монастырски. Попробуй. Дело в том, что грибы очень питательны. А в монастырях зачастую во время поста именно вот грибы и кладут в гречку. Но если варить неправильно, то гречка разварится, гречка будет с грибами перемешана, потому что у всего разное время приготовления. Обрати внимание, мы готовили все одновременно. Сколько? Мягкая, рассыпчатая гречка. Полчаса, и все готово. Конечно. Слушай, я думаю, больше просто не нужно готовить. Кирилл, я тебя хвалить не буду, я похвалю опять же мультиварку. Посмотрите, какая рассыпчатая гречка получилась. Вот у меня она либо переваривается, либо не доваривается здесь и всегда. 100% идеальный результат. Гречка с грибами. Приятного аппетита. Книга рецептов тоже входит в комплект. Но помните, заказывая две мультиварки, два ваших шеф-повара, одну поставите домой, вторую на дачу возьмете или подарите, вы экономите на бесплатной доставке. А ведь на доставке можно сэкономить существенно до 1000 рублей. Две берете, бесплатная доставка. А теперь давай немножечко я расскажу, что же у нас есть в книге рецептов. Итак, дорогие друзья, обратите внимание, все продумано. В начале у нас идут первые блюда. Книга рецептов продумана фирмой Велберг от и до. Первые блюда. Из простых ингредиентов, которые вы можете найти дома, в обычных магазинах, если вдруг дома их не оказалось. Дальше мы переходим ко вторым блюдам. Это скорее даже завтраки. Омлетики. Обратите внимание, вкусно. Запеканочки. Дальше мы переходим ко вторым блюдам. И тут даже паэлью можно готовить, представляешь? Все, что вы хотите, дорогие друзья. Дальше у нас рыбные блюда пошли. Дальше. Ты знаешь, вот отдельно вот такая книга рецептов стоит очень дорого. Посмотрите все, что вы хотите. Вы будете готовить ваши мультиварки от компании Велберг. Книга рецептов. То есть не надо выдумывать рецепты. Все и так понятно, что мы туда закинем. Но помните, что мы нарезали, закинули, одну кнопку нажали и ушли. Все. Потом пришли по зову. Слышите, как сейчас пищит наша мультиварка? Это значит, что она зовет нас на вкуснейший ужин. Может быть, обед или завтрак. А самое интересное, как только вы приобретете эту мультиварку, у вас возникнет один вопрос: как я раньше без нее обходился? У меня, по крайней мере, именно такой вопрос и возник. И сразу стало непонятным, а зачем? Зачем столько времени мы проводим на кухне? Дорогие друзья, от первых блюд до сладкого мы можем готовить здесь совершенно что угодно. Абсолютно все, дорогие друзья. Эта мультиварка заменит вам и печь, заменит вам духовой шкаф, заменит вам сковородку, заменит вам кастрюлю, заменит вам что угодно. Срочно звоните и заказывайте, ведь пока они есть в наличии.